Salam. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli kinorejissor Eldar Quliyevin profilidir. Eldar müəllim, здравствуйте. Добрый день. Как вы себя чувствуете кануне юбилея? Это не тот юбилей, который, так сказать, хотелось бы так отмечать. Потому что он подчеркивает лишний раз и возраст. А в искусстве, я считаю, так и было, и история это показывает. В искусстве работают молодые. Я уже этот возраст, естественно, перешел. И немножко мне трудно сейчас отвечать на ваши вопросы, связанные с сегодняшним кино, сегодняшней литературой, живописью. Что я немножко воспитан на других, так сказать, примерах. Я воспитывался на «Летят журавли» фильме. Я воспитывался на фильмах Феллини, Антониони. И сегодня совершенно другое кино. И порой мне трудно дать какую-то оценку тому, что сегодня происходит. Гораздо легче и интереснее мне говорить о прошлом кино. Я не хочу называть сейчас, я неправильно сказал, прошлое. Нет, я думаю, то именно и есть настоящее кино. Вот. И оно заложило основу для более широкого развития кинематографа, мирового, я имею в виду. Некоторые сегодня фильмы ищут как бы свой язык современный. То, что делалось 40-50 лет назад. Я вспоминаю, как мы с нетерпением ожидали эти фестивали международные, на которых представлялись фильмы Феллини, Антониони, Бергман. Вот эти фильмы, они были представлены на этих фестивалях, и всегда было что-то новое. Новый язык, новые поиски шли. И вот на этом мы росли. Элдар Мәлім, вот за этим юбилеем стоит история Азербайджана. И, конечно же, ваши заслуги. Давайте начнем с того, что вы являетесь сыном выдающегося композитора Азербайджана, который является эпохой Тофика Кулиева. Почему Элдар Гулиев не стал музыкантом, композитором или певцом, например? Ну, связано с музыкой, да? Да, понятно. Что вдруг Элдар Гулиев решает идти в Москву и стать кинорежиссером? Какой стимул у вас был? Ну, во-первых, не только я поэтому поехал в Москву. Я именно поехал с этой целью в Москву поступить в киноинститут, в ВГИК. Я не знаю. Для меня самого это получилось неожиданно. Для моих домашних, школьных друзей тоже. Я уже говорил не раз, что я посмотрел фильм «Летят журавли», так. И после этого понял, что я хочу быть кинорежиссером. В одном южном городе стал революцией в истории кино Азербайджана. И по стилистике, и по теме, и по жанру. А как вы сами оцениваете со сегодняшнего дня? Не могу сказать, что что-то новое. Один факт скажу. Да, пожалуйста. В это время, значит, уже фильм закончен был. Приехала сюда небольшая делегация из Москвы. В том числе и был Грошев, ректор ВГИКа. Того ВГИКа, нашего. Известного Всесоюзного государственного института кинематографии, да? Да, ректор. Они посмотрели фильм и
Грошев, когда картина кончилась, его оценка была примерно такая. Да, Кулиев. Итальянский неореализм тебе очень помог. Все-таки влияние было с тех фильмов? Наверное, да не могло и не быть. Потому что нельзя же снимать сегодня так, как снимали в 40-х годах. Это же все время кино очень живой организм. Он живет сегодняшним днем. Хорошо ли, плохо ли, кто-то принимает, кто-то не отрицает это. Но он есть, он живет. И вот так, если смотреть, то, наверное, опять я говорю, да, конечно, мы все жили тогда, в те годы, под влиянием итальянского неореализма. Итальянцы тогда, как говорится, указывали, что делать, как снимать. В это время там снимает Феллини, Антониони, в это время снимает Бергман. Все ищут. Ищут новый язык кинематографа. Это был какой-то взрыв, что ли, можно сказать, в кинематографе, в мировом. И быть в стороне от этого было невозможно. Надо было идти в ногу со временем, в ногу с тем кинематографом, которого требует зритель. Привыкший уже к такому качеству, к такому разговору, вернее. Кино – это что такое? То же самое – это разговор авторов со зрителем. Так надо с ним говорить на том языке, который он знает, он привык к нему, он любит этот язык. И эти фильмы, так сказать, вот так они… Во всем мире причем это было. Не только, а у нас естественно, мы же в отрыве не можем, мы отдельно, это отдельно нет. Как вы считаете, в вашем творчестве есть противоположность? Например, вы снимали в одном южном городе, где не чувствуется даже запах советской идеологии, наоборот. Вы в первую очередь показываете, ценности одного квартала, который оно не воспринимает ни советскую власть, никакую власть. У них свои, как сказать, независимые законы. И вы снимаете, вот вы мне напомнили хорошо, что вы мне напомнили, «Бухта радости» про, значит, революцию, да? То есть это противоположность или, как вы считаете, или в этом фильме тоже вы старались как-то стать вдали от идеологии каким-то образом? Вы знаете, вы немножко идете в другую сторону. Ни у кого, ни у меня, ни у авторов, которые работали тогда, не было идеи, мысли сделать антисоветский фильм. Но некоторые же не были, как бы, не принимали, но, несмотря на это, они показывали что-то с Эзопом. Ну... Каждый видит по-своему, а у меня в этом фильме была идея, мысль показать миру, что первыми нефть на море добывали мы. Ага, вот это хотел я узнать. Да, вот это было. Первыми нефть добывали на море мы. Условия были, но правда мы взяли совершенно другое, другую часть, как первыми. Если вы помните фильмы Кармена, романа Кармена, да. Роман Ладовича Кармена, «Повесть о нефтяниках Каспия», «Покорители моря». Кстати, роман Кармен, Роман Ладович Кармен был моим педагогом первым. Ага. Вот. И, наверное, так сказать, я от него воспринял, он рассказывал много об этом, о нефтяниках Каспия. Всей аудитории. Вот. И я гордился тогда. Да и сейчас, наверное,
Если надо, я горжусь тем, что вот это наши бакинские нефтяники сделали первые шаги в море они. Это весь мир узнал. Благодаря Кармену, благодаря тому, что фильм получали международные призы. Вот так мы в соревновании и друг с другом, и с международным кинематографом. Мы в соревновании с ними создавали фильмы. Почему в ваших фильмах мы не видим имя Тофика Кулиева в качестве композитора? Вам несколько раз задавали этот вопрос. Да, мне все время задают этот вопрос. Ну, это очень, так сказать, актуальная тема на все времена. Да, даже смешно говорить об этом. Ага. Вот, потому что все своим родным пытались помочь. Вот единственное, я немножко. Но тут интересная вещь, тут идея была со стороны Тофика самого, Кулиева. Он мне, когда я так уже когда поступил, учился, он мне говорил, что тебе надо иметь свой штаб, свою команду. Вот. Чтобы они тебя понимали, ты их понимал. И эти вещи, эти слова, они мне запали. И правильно. Значит, я работал с Поладом, с Фараджем Караевым, с Карабульфасовичем. Я работал с ними. Я искал себе коллегу, который понимает меня, которому достаточно просто знаками или какими-то, так сказать, другими, так сказать, делами показать свое отношение, чтобы он меня поддержал бы, меня как режиссера. Поддержал бы, помог бы раскрыть ту тему, которую я показываю на экране. Вы очень, говорят, гуманный человек, и по характеру тоже. То есть нету амбиции. А вообще были ваши враги, Элдар Мялим? По кинематографии. Вот были препятствия со стороны ваших друзей, кстати, может быть, потом поняли, что это не друзья. Или со стороны коллег, которые вас типа поддерживали, но потом видели, что это не поддержка, это всего лишь препятствие или зависть. Много столкнулись с такими случаями? Много. Ага. И было очень много. Я не хочу об этом говорить, потому что это все в прошлом. И многие, я сейчас уже в возрасте понимаю, когда ко мне подходят и начинают мне рассказывать, какую гадость они мне делали. А вы как ответили в то время? А я не отвечал, я делал. Я снимал. Я снимал так, как все равно я это вижу, этот материал. А были препятствия, что благодаря им, в кавычках, вы не смогли, например, делать то, что хотели? Ну, по процентам, да? Да, были, конечно, без сомнений. А вряд ли вы найдете сегодня режиссера, художника, писателя, композитора, который бы делал все то, что он хочет. Такого нет. Обязательно что-то этому творческому человеку мешает. Творческий человек должен преодолевать препятствия определенные. Без этого он, не преодолевая, он не может создавать. Эльдар Мялим, как вы относитесь к критике? Что для вас критика? Оно вас раздражает или наоборот, дает вам какой-то стимул для дальнейших успехов? Если критика, она, как говорится, не положительная, а критика, пытающая понять авторов, создателей фильма,
пытающиеся разобраться в нем, то это интересно, это необходимо, потому что разные зрители смотрят, разные отношения. Ну, не может, что вот в зале, чтобы все 500 человек одинаково думали. Они же приходят туда с разными отношениями и к событиям, и к тому, что пытаться разобраться в тех событиях, которые происходят на экране. Ведь авторы фильма, взяв какой-то факт, события, начинают его разбирать. Так вот, давайте, братцы, будем разбирать и каждый раз по-разному, с разных позиций. И, пожалуйста, давайте мы это будем делать так, чтобы разобраться в этом, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Но это ни в коем случае кино не является, как говорят, учебником жизни. Нет. Кино – это средство размышления о жизни. И вот здесь надо быть искренним. Вот чего нет порой, так сказать, в кинематографе, нет искренности. Есть, так сказать, попытки разобраться в том или ином случае, но некоторые, но не всегда они бывают честными. Ага. Знаете, по-разному относятся там съемочная группа, постановочная группа к тем событиям, которые отражаются на экране. Критика, по идее, это не значит обругать произведение. Нет. Это попытка помочь авторам разобраться в этих событиях, чтобы в последующем авторы, которые будут работать, не повторяли бы тех самых, не ошибок говорить, а не повторяли бы того отношения, которое они проявили в этом фильме. Вас много критиковали? Еще как. Да, критиковали. Да, были фильмы, которые, может быть, я бы не снимал бы. Вот самое интересное, вы знаете, я не хотел «Бабек» снимать. По причинам, по-моему, довольно четким. Историческая картина, я до этого историческую картину не снимал. Вот. События тех лет были для меня далеки, потому что до этого я снимал только современные картины. Вот. И я поэтому отказывался. Но меня принудили, заставили. Значит, да. Это не был ваш проект фактически? Нет, да? Нет. Mm-hmm. Меня заставили снимать «Бабек». А я тогда пошел в материалы. А получилось у вас «Бабек», по-вашему? Например, «Бабек» является одним из символов азербайджанского кино. И до сегодняшнего дня оно смотрится. Но для Эльдара Гулиева со сегодняшнего дня, который вот смотрит эту картину, получилось, как вы считаете? Или есть все-таки недостатки с вашей стороны, чисто профессиональные, я имею в виду? Мне трудно об этом говорить, потому что фильм давался мне тяжело. Но представьте себе тысячные массовки. Нет, это было тяжело, и тяжело об этом говорить. Сейчас иногда я смотрю, когда вдруг по телевизору показывают отрывки, я удивляюсь, а как же мы это снимали? Серьезно? И даже не верится. Потому что, когда в Москве смотрели фильм, мы сдавали Госкино, все,
Там задавали вопрос, а кто у вас был консультант военный? А кто? Я говорю, никто. Как никто? Вы сами? Да. Мы сами создавали. И рисунок боя, и все это. Это все делали мы сами. Real TV'de Azərbaycanın xalq artisti görkəmli kino rejissorumuz Eldar Quliyevin profili idi. Biz Eldar müəllimlə söhbətimizi növbəti buraxışımıza davam etdirəcəyik.